Снова всем welcome, снова я. На этот раз это японская выставка Экспо. Товары для дома, для строительства и разные вещи всякие такие продаются здесь. Идет подготовка к выставке. Я решил поснимать, как это все происходит. Что ж, посмотрим, что тут за Дайкин. Разные экосистемы, всякая фигня. Кай. Что-то там мировая. Дайва хаус. Это как бы для строительных фирм, для компаний, которые занимаются строительством или там обустройством жилых помещений. Контора, где я, кстати, квартиру себе брал. Арендовал, точнее. Вот контора по электронике. Всякие счетчики, всякие автоматические включатели, сервера. Japan Incorporated. Вот солнечные панели. Это освещение. Здесь уже с освещением в основном все идет. Так как бы выставка открывается завтра, послезавтра. Два дня будет. И так как мы работаем, это рабочий день. Мы сюда попасть никак не сможем. Поэтому я снимаю ее до начала. Прожектора разные там интересные. Большие, маленькие. Вот так вот выглядит, скажем так, Экспо, да, вот, до открытия. Бардак полнейший. Там что-то там смотреть нечего, пойду-ка здесь пройдусь. Тут инструменты прям так оставляют, пофигу вообще, никто не возьмет. Вот автономные лампы, автономное освещение на улице, удобно. Солнечная панель и сразу снизу идет аккумулятор, блок управления там и этот фонарь светодиодный. Вот еще светодиодные тоже, лампы разные. Разные фирмы, разные девайсы. Вот такие вот есть еще. Тоже вот. Она это прожекторы. Для дома вот есть тоже. Ну, то есть много разного девайсов здесь продаются. Вот там вообще, вот видите, вон стоят прожектора диодные. 5 лет поддержка, ну, как бы оказывают 5-летнюю поддержку. Thank you.
Ну, Ирис Охаяма. Вот всякие тут LED, то есть системы тоже, вроде солнечные панели. Как бы интересная выставка достаточно, то есть смотреть здесь как бы источники энергии в основном, то есть какие-то интересные технологии для строительства, а также для, скажем так, энергосбережения. Ну это конкретно в этом павильоне. Также безопасность там есть. Вот конкретно вот там, где мы сейчас устанавливаем стенд, там будет эта самая система контроля за посетителями. Тентити тоже коммуникации. Тоже для домов. Вот счетчики. Щитки новые. Нового образца. Запиши электроникс. Тоже это система энергообеспечения, энергосбережения, а также телекоммуникации. Да, блин, тут под ноги главное смотреть, но можно надвернуться нехило так. Система, блин, тут раскидана везде все. Ну вот, видно это. Как его называется? Миксер. Миксер, точнее не миксер. Ну да, миксинг консоль он называется. Entity Data. Smart Open. Все так. Система. Вот, радиосвязь. Тоже для домов, там, например, для охраны, то есть паркинга или так далее, то есть тоже это все входит в эту систему. Это что такое? Аксай. Аксай тут. Если честно, я не понимаю, что они представляют. Так, кондиционирование здесь идет. Ну, Токио стадион. Проект будущего. А. Они хотят сверху солнечными панелями, что ли, заставить. Стадион. Ну, экран такой хороший. Вот компьютер тоже. Правда, другую фирму используем. Ну, вот этот маус-компьютер. Он чуть подороже, чем у нас. Но только один хрен, а там это, характеристики одинаковые. CSC. Speed Cost. Тоже система электроконтроля и так далее. Тут датчики. Там Рон, тоже известная контора. NEC. Инфрамота. Ну вот, в принципе, и все. Вот такая вот выставка. Достаточно интересная.
завтра открывается. Мы сейчас здесь подготавливаем тоже еще. Нет, ну как наш стенд. И как наш стенд. Не конкретно нашей в компании, а в общем помогаем там товарищам. Вот. Ну вот, в общем-то и все. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Мы с вами увидимся в следующих видео. До связи.